Альтернативное телевидение, Михалыч. Говорим о погоде на 14 ноября. Всем, кто нас смотрит, только самого лучшего и хорошего. По республике ночью в тылу циклона местами небольшой умеренный снег, днем антициклон. Переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный, днем с переходом на восточный, 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду. Поземка. Температура воздуха, северные районы, это Курумкан, Яравна, ночью минус 27-32, днем минус 14-19. По центральным районам Хоринске и Кижингинске ночью минус 17-22, местами до 26 мороза, днем минус 8-14. Южные районы Кяхта, Бичура ночью минус 15-20, днем минус 8-13. По юго-западу местами до 17 мороза. В нашей столице без осадков, ветер переменный 7-12 метров в секунду, температура ночью минус 17-19, днем минус 8-10, не холодно. Атмосферное давление ночью будет слабо расти до 723 миллиметров ртутного столба, днем падает до 720. На дорогах снежные накаты, заносы, местами гололедица. Не столь опасно принять решение, как не решиться ни на что. Или решиться, но слишком поздно. До новых трогательных встреч. АТВ Михалыч. Мы ждем вас. Всего доброго.